Двое против одного. Драка в Златоусте. Трое мужчин сошлись в рукопашной прямо на дороге. Вот Златоуст. Драка на дороге. Что стало причиной драки, неизвестно, но двое накинулись на одного, а тот дал отпор. Завязалась потасовка. Автор видео вызвал на место бригаду скорой помощи и полицию. Алкашей разняли служители закона. Одного увезли в больницу.